Она с отцом, как я и обещал. Вот-вот выйдет за Норрингтона, как и обещала. А ты отдашь за нее жизнь, как и обещал. Мы, мужчины, держим слово. А Элизабет, как женщине, это ни к чему. Молчать! Ты следующий! Не стоит этого делать, шкипер. А я уверен, что стоит. Тебе же хуже. Почему мне не стоит это делать? Потому что корабль разящий, гордость королевского флота, причалил и уже ждет тебя и твоих ребят. Неужели? Ты слышал? Что нам тут делать? Пираты отплывут, не подозревая о нас. Попадут под шквальный огонь и отправятся кормить рыб. Наши планы я знаю. Но вот почему не сделать, как мистер Воробей предложил? Огонь из пушек. Потому что мистер Воробей предложил это. Так он сказал неправду? Тогда твои парни подойдут к разящему на шлюпках и устроят резню. Ах, ты не успеешь, и уже у вас целых два корабля. Ты можешь строить собственный флот. Тот, что больше станет флагманским, кто спорит. Но жемчужина, дай мне корабль. Я буду плавать под твоим флагом, отдавать 10% добычи, а ты станешь зваться командор Барбоса. Смекаешь? А взамен ты хочешь, чтобы я не казнил ублюдка? Нет, 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 казни ублюдка, но чуть позже. А то вас могут убить. Заклятие лучше снять, когда наступит момент. Какой? Когда убьешь людей Норрингтона. Их всех. Всех. До единого. Ты давно это придумал, Джек? Когда узнал мое имя? Да. 50% добычи. 15. 40. 25. И вместо этой огромную шляпу, командор. Тогда по рукам. Всех шлюпкам! Прошу прощения, командир, вы? Друзья, идем вброд! Не на шлюпку?